Вновь Бате. Бате с мячом. Черноок. Удар поворотом Макарова. И счет у нас в этом матче становится... Автан. Не так много времени осталось до конца. А на ваших экранах повтор эпизода с ударом Кирилла Черноока. Вот он, красивейший удар, точно в угол. Все видел Черноока, видел, где находится Макаров. Ну и Макаров пропускает шестой мяч в ворота своей команды.